покажу, как ведет себя телефон. iPhone 5s. Так, включаем. Вот так вот. И опять по кругу. Голубой экран, яблоко. Если присмотреться вот здесь, можно увидеть, да, здесь вот защитный экран согнут немного, то есть был удар. Гильзу эту я уже снял, вот, и микросхемка повреждена, стеклянная, видите, да. То ли удар, то ли его разбирали, не знаю, как-то. Короче, такая вот хрень. Давайте снимем микросхему. Точнее, защитный экран. Посмотрим. Под него, возможно, что-то свернуто. Сиреник спалили. Так, смотрим. А здесь, оказывается, у нас была какая-то жидкость. Если посмотреть на защитный экран с другой стороны, видите, да, следы. Вот это, скорее всего, следы флюса, которые затекли. А это у нас следы какой-то жидкости, испарившейся. Хотя не факт, что это флюс, возможно, та же жидкость. Смотрим на системную плату. На процессор. Никаких окислений, ничего такого. Так, блин, вот мне звонят, говорю, ставлю на паузу. Так, так, забрался я со звонившим. Для начала давайте почистим системную плату.
Так, сейчас я пошарюсь по ней под микроскопом, посмотрю, что у нас там под защитным экраном. Под защитным экраном у нас ничего, все чисто, все кондеры на месте. Давайте-ка подключим еще раз. Посмотрим. Какого чуда не бывает. Может быть, была проблема в этом. Конечно, сильно сомневаюсь. О чем я и говорил. Представляете, да, и все заработало. Сам в непонятках. Да, бывает такое. Значит, проблема была в жидкости, которая попала под защитный экран. Значит, что-то где-то здесь коротнуло на конденсаторе возле процессора, либо на каком-то другом компоненте. Давайте попробуем еще раз. Телефон заряжается. Код телефона нам не оставили. Итак. Давайте попробуем перезагрузить телефон, Так, я у нас уже и включение. Соединяем. Зарядку выключаем. Телефон. Вырубаем телефон. Включаем батарею. Системную плату. Так. Не знаю, что у нас тут с батарейкой. Сейчас посмотрим.
верхним модулем. Батарейка в норме. Как видите, все работает, все отлично. Такое случайное видео у меня появилось. Иногда при ремонтах включаю видеокамеру, честно говоря, собирался копать дальше, и видите, да, простой очисткой, изопропиловым спиртом решили вопрос. Так что если у кого-то будет похожая проблема, голубой экран, вот, либо еще что-то похожее на это, решайте. Смело можно взять iPhone 5s, смело можно взять 30-40 евро за решение данной проблемы. Вот. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Собираю телефон, возвращаю клиенту. Всем удачи в работе. До новых встреч.